мой король? Будет исполнен. Выступаем! Милорд, мы жду приказаний. Вперед, воины! Да? Мы победим, милорд. Пусть король гордится вами, воины. Начинаем наступление. Помните, ваша цель – захватить поселение, а не сравнять его с землей. Все постройки, которые вы повредите в ходе штурма, придется ремонтировать вам самим. Для захвата поселения вы должны либо уничтожить всех его защитников, либо захватить главную площадь. Перед началом штурма убедитесь, что ваши осадные орудия находятся достаточно близко к вражеским стенам. Изображения стрел должны быть окрашены в зеленый цвет. Чтобы прослушать рассказ об осадных орудиях, нажмите клавишу Z или щелкните на моем портрете. Отряд марш! Катапульты! В атаку! Алиса! Катапульты! В атаку! Вперед! И да направит Господь вашу руку!
Баллиста! Наступление! В атаку! Выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Потерял половину бойцов. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим.
Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Святым угодникам. Мы захватили город! Хвала Господу! Вражеский полководец мертв! Это победа! Прославит доблестных и отважных воинов короля. Враг разбит. Победа за нами. Мы победили, милорд. Отныне эти земли ваши. Милорд, мой король, жду приказаний. Жду приказаний. Да, милорд, мой король, жду приказаний. Жду приказаний. Да. Марш! Завтра мы жду приказаний. Вперед, войны! Милорд,